Долги – вещь неприятная и обременительная. Их накопление ведет к еще большим тратам, поэтому лучше платить по счетам своевременно. Чтобы узнать, есть ли финансовое бремя, вовсе не обязательно обращаться к судебным приставам и приходить в отдел лично. Теперь, зарегистрировавшись на портале госуслуги, появилась возможность в считанные секунды найти себя в базе должников или наоборот. Все очень понравилось, отлично, все легко, доступно, понятным языком. Через госуслуги можно не только узнать о своих долгах, но и оплатить их. Приходить с пачкой бумажных денег судебным приставам теперь не нужно. Сайт облегчает жизни людей. Можно посмотреть, например, свои налоговые отчисления, допустим, штрафы, там, судебные задолженности. То есть это все собрано в одно. Портал госуслуги предлагает сотни услуг. Ежедневно ими пользуются тысячи людей по всей России. Каждый из них оценил работу сайта и согласился, что с его появлением оформлять документы стало гораздо удобнее.